потеряли цимлянского рыбака. Ну, извините. Выключился на время. Была веская причина. Можете поздравить. Стал батей я. Родился сын. Будущий рыбак. Все как положено. Поэтому сегодня по традиции в такую прекрасную погоду приехал я на Жуковский залив цимлянского водохранилища, чтобы с вами здесь отдохнуть, половить рыбу. Ну, просто провести время, пока есть у меня это время. Да, многие скажут, вот, скоро у тебя его вообще не будет. Ну, ничего, по возможности будем выбираться и радовать вас интересным видео с рыбалки не только. Да, так что сегодня с другом можно было с берега покидать, ну, так как еще можно на веслах погрести, поэтому сегодня половим с лодочки. Открывается прекрасный вид того самого залива, где мы сегодня будем плавать. Вот, поэтому все, идем собирать приманки, покажу вам, как все расцветает. Смотрите, да, здесь даже у нас присутствуют тюльпаны краснокнижные. Вот такая красота. Ветерочек присутствует, ветер не давал покоя, наверное, дня 4, дул со страшной силой. Сегодня более-менее он такой умеренный, и поэтому мы, пользуясь случаем, мчим на любимое поприще. Все, всех обнял, все, едем собирать. Ну что, оранжевое настроение вот-вот проснется после зимней спячки. Конечно, электронасос вещь. Быстро. Топать ногами, все сейчас быстренько накачается, и мы составим компанию вон тому молодому человеку на шлюпке. Автоматически идет докачка, нужный объем выставили, и уже мотор за вас полностью накачает. Только переставляйте клапана, открывайте. Да, это лодка у нас НДНД. Сейчас мы выставим на пол чуть больше объем. Оп. Одним нажатием кнопочки. Сейчас он получает поле. Также у нас его коврик обязательно к надувному дну. Тоже очень хорошая, практичная вещь. Закачка идет. Еще 5 минут, и Марлин лодочку нашу накачал. Осталось загрузить в нее все. Комфортно сидеть. Тепло и комфортно. Ну что, спиннинги собрали. Остается самое главное — подобрать приманку, на которую сегодня будет откликаться хищник. Так, ну,
в том году, ровно год весь назад я был, видео на канале там есть, тоже мы на лодке были с товарищем. Сейчас покажу, какая резина работала прям вообще здесь. С нее и начну проверку, так сказать. Вот такой твистер от Crazy Fish. Красный. С него начнем. А вообще здесь будет работать кислота, потому что вода очень мутная, здесь мель, тем более ветер. Поэтому вот куча кислоты здесь уже готовой на двойниках. Так. Ага. Наверное, 8 грамм поставим. Для начала. Там посмотрим. Сегодня хотел, конечно, продемонстрировать, как работает парус знаменитый. Но это им бросать, то есть ты с берега. Вот, чтобы как можно дольше приманка падала у вас. А так как мы с лодки, в принципе, мы обойдемся без него сегодня. Одна осталась. Как ждала этого момента. Все. С приманкой определились. Все. Ничего не забываем. Подсак обязательно. Что? Чувствую, что трофей сегодня будет у нас и не один. Все. Ну что, присядем на дорожку. Пока у товарища тишина с берега. Да и с лодки не видел, чтобы что-то он поймал. Ой, лепота вообще. Кайф. Все, трогаемся. Аккуратнее спиннинги. Оп, оп, оп. Ой, отлично. Как успехи? Сеть, бля. Как удобно. Как всегда. С Богом. Погнали. Наших городских. А, она вот она сетка, смотрите, идет. А вот, видите, вон поплавки. Вот где-то вот сюда вот она идет. Так что. Ну, сейчас зацепитесь. Да, вы зацепитесь. Ага. Это вот писец. Тут вообще сейчас настроение может испортить. Подождите, подождите. Не-не-не, сейчас мы сюда отъедем. Да, мы сейчас из-за него вообще станем и будем туда тогда бросать, а что делать? Жаль, кто-то попался у меня. Может, прям под лодочкой секану. Посмотрим. Ух ты, какой красавчик, а? Небольшой, но, как говорится, с почином. Кислота, как говорил, сработала. Двойник здесь такой прям солидный. Ха-ха. Судак. Одно название. Или, да.
Ну, где-то метров 10 от лодки. Что-то или подбурилось. Ребят, это вечер. Жара, так, сетры снимаемся. Бережочек бросили. Три поклевки за весь день. Одна пойманная рыба. Все, на веслах. На веслах, на веслах. Туда, вперед. Вперед, к счастью. Так, давайте я спинник сюда, чтобы он не мешал. Все, держим. Вперед. Сазан, наверное. Так, подсак наготове. Подсак пока можете разложить. Все сам, все сам. Так, 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 так. Гребем, гребем. Левее. Угу. Прямо. Как ты сказал, там за вечером, да? Ну да. Угоняет. Бурилось, наверное. Теперь мы, походу, он сейчас нас сам будет вести. Вот так, да. Все. Смотрите. Ну, кто это? Как мы умеем. Не дается. Не дается. Сейчас бы электромоторчик. Я тебе говорю. Сейчас как бы к тем не пошел. Ну, сейчас туда пойдет, сейчас поспутает. Чуть-чуть примотаешь сейчас. Потому что такие рыбки. Ну да, видно, что не в рот. Все замерли в ожидании. Вот он, поводок уже появился, ё-моё. Да? Не, он... Махнул, блядь. Не заходит, значит, точно.
Саш, готовьте подсак. Подсак готовьте. Ага. Сейчас будет секунда. Вон здесь подлодка прям. Сейчас. Ага. Вот сейчас. Вот здесь сейчас будет. Ну, сейчас, смотрите. Да. Есть. Небольшой, конечно, но... Не, за гриву. Ну, там я же сказал же сразу. Ну, хороший. Сфоткаться. Пока не обязательно. Обои. Вот так вот. Пробил. Причем здесь такой двойничок миниатюрный совсем. Ну, смотрите. Ну, так вот. Супер. Такой вот небольшой трофейчик на сегодня. Фоткать? А? Второй. Ну, тот незачетный вообще был. Поплыви. Радость. Сейчас масло сразу закину. А. Я тебе отвечу. Пошел. Ну вот. Фух. Хоть какое-то успокоение. Кому как. Сейчас туда опять встанем, попробуем. У берега стоит. Бросаем вдаль куда-то, а он, кажется, под ногами стоит. А? На лодку? А он под ногами стоит. Под ногами, говорю, стоит. Судак. Туф. Игорь Федорович. С своими прибауточками, бля. Юморист. Говорит, за углом стояли трое. Он, она и у него. Ничего не поймали? Вообще ничего? Там ебать, вообще бесполезно. 5 сеток вот это старое. 5 или 6 сеток. Все замотано. Бля, что-то хорошее. Ну да. Ну я такого на треху поймал. А? На треху поймал. Ты? Где? Ну здесь, под берег бросил. Ну правда, за этот. Подпустите. За этот. Покажи, за горбину. Вот здесь прям сетка идет. Да? Да. Одному судачка выпустили. Все, судака нету сетка. Один гибрид. И гибрид такой хороший, бля. А нам что гибрид? Что нам гибрид? Мы на фидер ловим больше. Че, чайка попьем? Ну давай, угощай. О, причаливаем. Рыбалка сегодня такая неоднозначная. Ну это лучше, чем ничего. Погода, да, прям вообще сказка. Вообще, можно сказать, уже ветра нету практически. Может даже и будет вечерний выход. Ну, ужасное количество сетей испортило всю рыбалку. Ну что вы? Штанные брюки. А говорю, не утонул? Не, нормально. Ну что, ребята, рыбалочка на сегодня завершена. Потихонечку собираемся. Посмотрим еще, как ловят с берега. С лодки ребята. Вон, ребята мучаются также. В сетку опять попали. Да, я с камерой разговариваю. Вот кто-то уже на привале отдыхает. Да, Игорь Федорович? Ну как вам сегодня? Отморозил колени все. Да. Зато ну, пятки в тепле. Под вечер прям очень много народу собралось на берегу. Ну, кто на фидер сидит, кто-то пытается также хищников. Ну, не густо сегодня. Ну, мы своей рыбалкой
в принципе, довольны. Поэтому все. Завтра у нас чемпионат города Волгодонска по спиннингу. Поедем, поучаствуем. Может, что-то даже выиграем. Вот. Ну, обо всем уже в следующих видео. Все, всех, как всегда, был рад видеть. Всем пока. До скорых встреч.